Добрый вечер, дорогие друзья. Вот сейчас мы приступили к процессу ее оттушки. Это курятина, мясо бедрышек. Вот надо немножко водичкой. Я у опытных кулинаров узнал. И пусть теперь еще это все потушится. И еще надо посолить. Вот. Ну, можно еще поперчить. Вот. Черненькая приправа мне нравится. С Турции привозили. Хорошее дело. Сейчас еще поперчим. Вот плохо, что одной рукой снимаешь. Вот. Чуть-чуть поперчим. Чуть-чуть. Вот так вот. Приправкой снабдим. Это дело. Все. Так. Вот. Теперь пусть тушится. И накроем на медленном огне. Вот. А также я приготовил еще соус. Вот. Тоже туда же эту приправу добавил. Майонез и кетчуп. Самый простой. Не надо покупать его. Вот, слышите, шипит? А нет, не слышите, наверное. Надо, наверное, на мелочи поставить. Сейчас я посмотрю. А нет, огонь нормальный. Она потомится еще немножко. Вода испарится. А то, что она такое будет. Кстати, о курице. И вообще о курятине. Очень полезная она. Штука такая. Почему, я объясню. Потому что вот даже в больнице, когда люди операции переносят, там дают всегда бульон курицы. Он очень питательный. А потом дают белое мясо, чтобы человек восстановился. Ну, не будем о грустном. Вот. Теперь мы будем готовить еще и кашку какую-нибудь приготовим. Это самый простой вариант. Как бы, ну, очень доходчивый. А потом в третьем видео я покажу, что нам для этого нужно было. То есть вот такая разделочная доска должна быть, нож, ну, все такое. Но это в следующее видео. Так что смотрите внимательно, подписывайтесь на мой канал на YouTube. И всего вам самого наилучшего.